На небе играли зорницы, сверкали во тьме якоря. «Пробиться б», — сказал небылица, «пробьемся», — ответил мокряк. Над катером гаркнула птица, «выходит уж скоро земля». «Прорваться б», — сказал небылица, «прорвемся», — ответил мокряк. Заходим в чужие границы, дал рапорт на вахте моряк. «Ну, с Богом!» — сказал небылица. «Ага!» — согласился мокряк. «Приказываю остановиться!» — пронзила команда сквозь мрак. «По плану!» — сказал небылица. «По нотам!» — добавил мокряк. «Буксир пусть дает навалиться!» «Команду свистайте на бак!» Команды давал небылица, дублировал лихо мокряк. Смеркалось, шли в гору вглубь от границы, буксиром тащась на волнах. «Подходим!» — сказал небылица. Мокряк удивился. «Ну, да!» Вот Керчи, сухая землица, на пирсе стоит автозак. Знаете, что такое автозак? «Дошли же!» — сказал небылица. «Похоже!» — добавил мокряк. Несколько часов спустя. Помыться бы в теплой водице и спать завалиться в гамак. Мечтал капитан небылица, гражданство бы вторил мокряк. Я не политик, я там не был. Как все это происходило на самом деле, я не знаю. Мне, ну, текст, стихи понравились хорошие, вот так.